Пробуди из Кыргызстана, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня воскресенье, 4 августа, и мы сейчас начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы вместе помолимся и попросим, чтобы Он нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы приближаемся к престолу Твоему с уверенностью, что Ты, мой Бог, нас селишешь. Новый день начинается, и мы хотим благодарить Тебя за то, что мы смогли встать, за дыхание жизни, за здоровье, за Твою заботу о нас, о нашей семье. Спасибо, мой Бог, от всего нашего сердца мы Тебя благодарим. Господь, мы просим, благослови, Господь, сегодняшний день. Иди, мой Бог, впереди каждого из нас, направь нас. Дай нам мудрости, чтобы мы могли поступать, Господь, благоразумно и во всем почитать Тебя, своей жизнью, своими поступками. Во имя Господа Иисуса мы отдаем, мой Господь, всю нашу жизнь Тебе и верим, что, мой Бог, Ты нас уже благословляешь во имя Иисуса Христа. Поставь, Господь, Твоих ангелов вокруг нас, защити нас, нашу семью, наших друзей. Защити нас, Господь, от аварий, катастрофы, проклятия, зависти, от всего негативного. Защити, мой Бог, нас. Мы отдаем нашу жизнь Тебе и провозглашаем. Сегодняшний день для нас будет благословенным. Господь, мы молимся за нашу страну. Мы просим, благослови Кыргызстан. Мы молимся за нашу землю, за жителей нашей страны, правительства, президента, людей, которые имеют власть в нашей стране. Мы просим, чтобы Ты благословил, чтобы Ты защитил во имя Иисуса Христа. Пусть, мой Бог, наша страна будет процветать для славы Твоей. Мы молимся, Господь, за другие страны. Сейчас из разных точек этого мира люди молятся с нами. И мы просим, чтобы Ты их защитил, чтобы Ты их благословил, их семью во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Пусть, Господь, все эти конфликты прекратятся. И особенно мы молимся за тех людей, которые находятся в опасных местах. Защити, мой Бог, их во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, помолитесь со мной сейчас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Аминь. Я верю, дорогие друзья, что Бог нас услышал и что Он уже действует и благословляет нас в этот день. Аминь. Слава Богу. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Мы прочитаем Псалом 76, с 2 стиха в Библии написано: «Глас мой к Богу, и я буду взывать». Глас мой к Богу, и Он услышит меня.
в день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Дорогие друзья, вот молитва, на которую точно будет ответ. Псалмопевец взывает за ответом, и он уверен, что получит его. Сильный и действенный канал отношения с Богом – это вера. Псалмопевец говорит, что не устанет поднимать руки к Богу. Он не перестанет искать Божьей помощи. Он хочет получить ответ. Помните вдову, которая взывала к неправедному суде о защите? Так и этот человек не отступит. Да или нет? Очень сильно. То, что здесь мы читаем в Слове Божьем. Он, дорогие друзья, недоволен происходящей ситуации и отказывается от временного эмоционального утешения. Он возмущен. Его молитва, молитва возмущенного человека. В отчаянии, проходя через трудную ситуацию, он не сдается, не унывает. Наоборот, поднимает свои руки в поисках утешения от Всевышнего, а не от людей. Аминь. Дорогие друзья, будьте уверены в ответе, когда вы проявляете это качество веры. Человек, который служит живому и всемогущему Богу, и не принимает остаться без ответа, точно его получит. Да. Вы знаете, возможно, проблема, которая привела к тому отчаянию, не исчезнет сразу. Но отчаяние точно исчезнет и уступит место не эмоциональному утешению, а уверенности, вере, которая осуществляет невидимое. Аминь? Слава Богу. Подумайте об этом, потому что это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. И если это слово помогло вам, вы можете ставить лайки, чтобы YouTube предложил эту молитву другим людям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами. И в комментариях напишите вот эту фразу. Я буду молиться с верою, что Бог меня всегда слышит. И моя победа придет от Него. Аминь? Слава Богу. Дорогие друзья, мы вас ждем сегодня в Центре помощи Кыргызстана в 10 утра или 17:00 на служении «Встречи с Богом». Мы вас ждем. Принесите бутылочку с водой и фотографии семьи, чтобы мы молились за вас. И принесите свою Библию. Будем искать присутствие Божьем и размышлять над Словом Божьим. Хорошо? Пусть Бог вас благословит, кто смотрит из других городов, онлайн служение в 10 утра. С Богом! До свидания! Такую боль несу всю жизнь, израненное сердце ноет и болит. Нуждаюсь, Боже, я в Тебе, мне помоги. Поймешь меня и путь укажешь только Ты. Хочу излить всю боль души Тебе, мой Бог. Ночей в страдании столько я без сна провел. Теперь услышь Ты голос мой, к Тебе взываю. Все как сказать не знаю, с чего начать мне. Господь мой Бог, мне некому взывать, лишь только Ты, Иисус, мне сил бороться дать. Услышь Ты вопль мой, у алтаря молю, избавь, Господь, прошу.
Господь мой Бог, не оставляй меня, от сердца отдаю тебе всего себя. Хочу счастливым быть.